Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Опять продолжение рубрики «Случай из жизни». Еду я как-то по дороге, поворот, перекресток передо мной, пешеходный переход. Соответственно, я должен пропустить пешеходов, но пешеход, да, одного вижу пешехода, он стоит на бордюре, но никуда не идет. Я, конечно, не пропускаю его, медленно, спокойно проезжаю через пешеходный переход, и тут меня останавливает гаишник. Ну а как же без этого? В лучших традициях. Останавливает меня, я выхожу с автомобиля, и он мне начинает рассказывать, что я должен был остановиться, пропустить, дождаться, пока он пройдет. Ну, я, недолго раздумывая, сказал, ну, во-первых, человек не шел, и обрати внимание, говорю гаишнику, посмотри, он стоит там же, где он и стоял. А в следующий раз я остановлюсь перед пешеходным переходом, выйду и за руку его переведу через пешеходный переход, хотя стоял молодой парень. Я говорю, так что, я должен переводить? Он говорит, конечно же нет. Я говорю, так вот следите за тем, чтобы пешеходы, когда идут, шли, а когда не идут, тогда не идут. И не надо останавливать водителя за то, что он якобы не пропустил пешехода, который и не собирался переходить через пешеходный переход. А у нас действительно доходило до такого маразма, что останавливали просто из-за того, что стоял человек. Хотя я теперь думаю, что, скорее всего, этот человек и работал с этими гаишниками, и должен был якобы перейти через пешеходный переход. Но по какой-то причине он не пошел. Он просто стоял и все. А повод для штрафа у них якобы был на это. Но если человек не идет, а стоит просто, да, возле пешеходного перехода на тротуаре, то это не говорит о том, что вы должны его пропускать. И что вы думаете, гаишник ничего мне не смог доказать и оштрафовать меня также не смог. Вернул мне молча документы и сел в свою служебную машину. Вот такие вот, друзья мои, дела. Следите внимательно за пешеходами, потому что пешеходы очень часто ведут себя абсолютно неразумно и ненормально на пешеходных переходах. Там, где нужно проходить правильно, они обычно или останавливаются, или наоборот борзеют, хамят. И делают это очень некрасиво. Я считаю, что пешеходу не подобает себя вести таким образом на пешеходном переходе. Уважайте друг друга. Если вы пешеход, не забывайте, что водитель тоже человек. Ну и водитель тоже должен внимательно относиться к этим не всегда адекватным пешеходам. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока.